На шоу, яке змінює життя, знову вірити у те, що дива можливі, дуже хочеться Михайлові. 14 років у гімнастиці, звання майстра спорту, запрошення до національної збірної. Ще донедавна на хлопця чекала блискуча кар'єра. Я робив вполне стандартний елемент ранда сальто. И у меня рвется мышца ахилла. И как бы я делаю шаг, и у меня впечатление, что доски под ногой проваливаются. 3 месяца я не ходил, в гипсе был. Потом ходил на костылях, с палкой. И, скажем так, я шел к намеченной цели и как будто встречный поезд. Выбил. Я просто не знав, що далі. Відновитися до кінця Михайло так і не зміг. Двері у великий спорт зачинилися назавжди. Та змиритися з тим, що це кінець, хлопцеві важко. Стоїло ли тоді так викладатися? Значить, стоїло. Я вважаю, що в житті все робиться для чого. Так суждено. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Миша, я из города Херсона. Миш, очень приятно. Ты талантлив в чем конкретно? Дело в том, что свой талант я начал открывать довольно-таки недавно. Я по большей части привык прыгать, как акробат. Недавно повредил ногу, порвал мышцу. Вот, и нашел для себя воздух. Желаем тебе удачи. Спасибо. Давай, Миша. Thank you.
спасибо за выступление. Мне очень понравилось. Ваши розы, они были настолько метафоричны, как будто это шансы или как будто это наши надежды, которые разбиваются или нас не устраивают. И эта история, я в какой-то момент уже начала, по-моему, проживать с вами. Спасибо большое. Я відчуваю, що ти можеш більше. Тому я тобі кажу так. Спасибо. Мені кажется, ти все исполнил предельно легко, как-то играючи. Я скажу «да». Три «да». Спасибо. Браво! Миша, ну молодец. Вообще. Спасибо. Я просто горжусь тобой. Молодец. Эти твои прыжки вообще какие-то сумасшедшие красоты. И я поздравляю. И спасибо. Теперь до встречи. Спасибо.